Всем привет, друзья! Вы на канале 7 блюд. Сегодня мы снова на улице, сегодня мы возле мангала. Сегодня снова мы готовим. Сегодня приготовим рыбные фрикадельки с омлетом. Готовить будем на мангале в сковороде. Для приготовления мы будем использовать для фрикаделек. У нас две рыбки минтая, которые мы разделали, сняли филешки, мелко нарезали. Сюда вбили два яйца, порезали одну луковицу кубиками. Для омлета 10 яиц, которые мы разделили на желтки и белки, один сладкий перец, кусочек сливочного масла, консервированная кукуруза, черный молотый перец, острый красный и соль. Займемся фрикадельками. В фарш добавим специи черного перца, немножко красного острого, подсолим. И все это перемешаем. Формируем фрикадельки. Обваляем фрикадельки в панировочных сухарях. Нарежем зелень. Добавляем зелень к белкам. Добавим к желткам немножко черного перца и немножко подсолим. И перемешаем их вилкой. Желтки перемешали, займемся белками. Подсолим их немножко. И взобьем. Белки мы взбили до вот такой пены. Добавляем сюда кукурузу. Аккуратненько перемешаем. У нас все готово. Переходим к мангалу. Мангал разгорелся. Добавляем сливочного масла на сковородку. Масло растопится, обжарим фрикадельки. Обжариваем фрикадельки минут по 5 с каждой стороны. Фрикадельки готовы, снимаем их. Займемся омлетом. Выливаем на сковороду желтки. Разравниваем по всей поверхности.
Подождем, пока желтки немножко прихватятся. Желтки прихватились. Уменьшаем огонь и выкладываем белки сверху. Разровняем немножко. Посыпем сверху перцем. Накрываем крышкой и жарим на маленьком огне. Прошло 15 минут. Омлет уже не берется. Омлет готов. Снимаем и будем пробовать. Приготовили мы омлет и рыбные фрикадельки. Омлет готовили чуть-чуть не по классическому, по обычному рецепту. Делали таким своеобразным. Омлет приготовился, но на морозе, на холоде. Он быстро опускается. Попробуем. Омлет получился довольно-таки необычным. Более жестковатые желтки внизу и очень нежная верхушка белков. Кукурузка и перец, зелень хорошо дополняют этот омлетик. Но на морозе он быстренько опускается. Фрикадельки получились хрустящие, вкусные. Очень вкусное блюдо. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч. Пока.